В городском округе Люберцы продолжается ремонт дорог. Новое асфальтовое покрытие появится на больших магистралях и придомовых проезжих участках. Один из объектов, где подрядная организация уже завершает работу, посетил Владимир Волков. Этот участок дороги соединяет улицу поселок Калинина с Октябрьским проспектом. По многочисленным обращениям жителей, территория вдоль храма Преображения Господня попала в этом году в план ремонта. Сейчас рабочие наносят заключительные штрихи. Общая протяженность дороги 260 метров. Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие. После завершения работ его качество проверят с помощью специальных лабораторных исследований. Мы внимательно следим за тем качественным ремонтом, который проходит на территории города. Так как нам, конечно, дороги важны в последующем, чтобы служили не один год, не два, а чтобы служили 5-7 лет, что и в том числе прописано в гарантийных обязательствах. Были выполнены работы по фрезерованию поврежденного асфальтобетонного покрытия, подсыпаны материалом в виде щебня ямы. Сейчас происходят работы по укладке верхнего слоя. Такого рода объекты делаются там с подготовкой в течение недели максимум, в зависимости от погодных условий. Всего в этом году на территории городского округа Люберцы отремонтируют 23 дороги. Их общая протяженность превысит 15 километров. Все участки, где запланированы работы, приведут в порядок до конца лета. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.